Почти 34,5 тысячи звонков уже поступило на телефон бесплатной региональной горячей линии за месяц работы акции «Мы вместе». У истоков проекта стояло областное отделение Всероссийского движения волонтеров-медиков и Общероссийский народный фронт. Модератором выступил ресурсный центр развития добровольчества. На сегодня акция объединяет более 2500 активных жителей со всего региона. Они помогают одиноким пожилым людям, находящимся на самоизоляции. Покупают и доставляют продукты и медикаменты, оплачивают услуги ЖКХ. В медучреждениях Самары и Тольятти студенты-медики помогают мониторить состояние здоровья людей из группы риска. Всего за месяц ими было отработано более 19 тысяч обращений. К акции подключился и бизнес. В сельских районах и городах социально ответственные предприниматели приобретают продукты и предметы первой необходимости и передают их совершенно бесплатно одиноким пожилым людям, а также многодетным семьям. Обратиться за помощью можно по телефону, который вы видите на экране. Добавлю, что стать волонтером может каждый, как и оказать гуманитарную помощь нуждающимся. Для этого нужно зарегистрироваться на одном из сайтов «Мы вместе 2020.рф» или «Добро.рф». Мы рассчитываем, что все вместе мы вот эту непростую ситуацию, конечно же, преодолеем. Рано или поздно, я уверен, что коронавирус отступит. И очень важно, что наше общество, оно вот сплотилось таким образом. И тем, кто действительно находится в самой сложной ситуации, сейчас волонтеры активно помогают.